Привет! Всем привет, вы на канале Пайна ТВ. Сегодня мы открываем шопкинсы. Да, сегодня мы открываем шопкинсы. Давай посмотрим их. Давай, шопкинсы. Такие пакетики шопкинсы. Третья серия. Одна фигурка шопкинс. Сумки для покупок. Да, там будет корзиночка. Ну, я не знаю. С телефоном нарисованным. Ну, давай, открывай. Делай это. Там... Надо правильно, да. Что там? Сумочка для покупок. Крутяк. Доставай вкладыш, доставай все, сейчас посмотрим мы. Так огромный вкладыш. Конечно, там огромнейший. И сейчас будем нашу игрушечку смотреть. Да. Вот нам попался такой шопкинс. Это на что похоже, я даже не знаю. Я тоже. Это гамбургер какой-то. Похож на гамбургер? Да, сумочка для покупок. А, давай на вкладыши найдем его, посмотрим, что это там, что нам такое попалось. Его. Да? Ну давай покажи. Вот сначала переверну. Так. Ну-ка, подержи нам. Это у нас попалось. Да, вот такая штука. Какое-то блюдо национальное нам попалось. А да, подержи весь вкладыш, мы посмотрим его. У нас здесь есть овощи и фрукты. Там у нас есть национальные блюда, бытовая техника, канцелярские товары и ограниченный выпуск. А на другой стороне у нас на этом огромном вкладыше... Тоже. У нас попалась зеленая, у нас редкая. Еще здесь есть кондитерские изделия. Шляпки, обувь и сладости. У нас зеленая такая попалась, попался шопкинс. Это значит редкая. Да, вот такое-то, какое национальное блюдо. Ложи да. его в сумочку и давай открывать следующий шопкинс. Что-то купать будет. Отлично. Это. Открывай. Не знаю, что нам попадется. Что попадется там? Сейчас посмотрим. Кто здесь? Доставай все. Лук. Лук. Доставай все сразу, посмотрим. Похоже на лук, точно на какой-то. Да, это лук. Да, с глазками. Ну-ка, покажи еще раз, точно там глазки какие-то есть? Ага. Давай. Вы не видите, да, тоже там глазки. Давай, ищи его на вкладыше. Пускай в сумочке он. Ищи на вкладыше сейчас его. Мы нашли, там было тейко терри, национальное блюдо первое. Сейчас будем искать лук. Давай искать вместе. Вот он, лучок где-то. Где лучок? Вот он. Показывай нам. Точно, это у нас переводится как чок-кис. Чеснок, наверное, я не знаю, если честно. Это чеснок. Сладости. Сладости, странно. Да, это какой-то там поцелуй у нас оказывается, но похоже на чеснок или на какой-то да, лук. Да, это за губы. Ну и ладно, пусть в сумочке отдыхает. Открывай третий шопкинс. Уже третий шопкинс. Не даст, что там попадется. Нам уже попалось две редких. Сейчас что будет у нас здесь? Опять вкладыш, сумочка. О, уже в сумочке. Открывай. Ну, открывай! Ну и что это? На что похоже? Я знаю, это булочка. Булочка? Давай опять ее искать на вкладыше. Булочка. Булочка? Ну, не знаю. Ну да, похоже, такая корочка, может быть, жареная вот это она. Какая-то. Она белая. Ну-ка, показывай. Она так, белая. Это у нас кондитерские изделия. Это... Лана Банана Бред. Что это такое? Лана Банана Бред? Я даже не знаю, как это переводится. Сейчас мы узнаем. Это какой-то банановый хлеб. Банановый, даже желтый и коричневый наверху. Да, круто, мы нашли на вкладыше его. Язычок. Круто. Он разница на нами. Ложи в сумочку и давай открывать последний шопкинс. Что-то он вверх ногами. А тебе нравятся шопкинсы? Мне тоже нравятся такие. Да, мне только это нравится, это и это. А мне все нравятся. А мне тоже все. Такие крутые сумочки у них и разные прикольные игрушки. Да.
последним в Шопкинсе у нас. Что там? Так. Сапог! Ну-ка покажи. Сапог. Давай, откроем этот сапог и посмотрим. Это у нас ботиночек. Такой прикольный. Радуется. А на вкладыше где он? Посмотри. На вкладыше. Зелененький. Это редкий нам попался. Еще один. Круто. Да, сапог прямо в сумке. Снейк Салли. Какой-то там ботинок нам попался. Да, вообще крутяк, да? Да. Вот такие вот у нас сегодня 4 Шопкинса. 3 редких, а 1 обычный. Да. Круто, мне очень нравится. Мне тоже. Ставь лайк и подписывайся на канал Байна ТВ. Пока-пока. Всем пока.